Магазин бытовой и цифровой техники «Смартдом». Только у нас самый широкий выбор лучших товаров в рассрочку и по выгодной цене. Современные телевизоры Samsung, LG, BQ, Horizon и других производителей. Ультрасовременные стиральные машины, холодильники, ноутбуки, другая мелкая бытовая и цифровая техника в наличии и под заказ. Ну, за понимание. «Смартдом». С нами легко договориться. Казармы на улице Красноармейской, где размещена 11-я мехбригада, были построены в 1903-1905 годах для 118-го пехотного Шуйского полка, который принимал участие в знаменитом Суворовском штурме Измаила. С тех пор здания практически не знали капитального ремонта и, конечно же, особенно внутри имели довольно изношенный вид. За последние годы условия для проживания и учебы воинов неузнаваемо изменились. Внутренний уют не уступает домашнему. В бытовых комнатах появилось современное сантехническое оборудование, душевые кабины, стиральные машины. В недалеком прошлом об этом солдаты не мечтали. Был ремонт фасадов. Крыша, вот, наверное. Менялось, да. Я помню еще цвета казарм. И розовые, и серые были, вот оттенки менялись. Вот. Ну, крыши тоже самое. Сейчас идет полностью замена. Шифер меняется. Ну и внутри, да, ремонтируется. Сейчас, конечно, условия... Ну да, в некоторых казармах, наверное, не в каждом доме такой уют. Действительно, очень уютно в казармах. И стиральные машины находятся. Вот, солдат в выходные дни может постирать. Я вспоминаю, раньше всегда сам стирал. Вот, а сейчас все это здорово. Окна заменены в этом городке все. 841 еще есть сейчас помещение, где... А строители это гражданские или военные? Строители — гражданская организация, да. То есть... подряд заключают. Сейчас я не строй, работает барановичская фирма. Качество она выиграла делать. Тендер, да, действительно очень качественно. И в клубе был произведен ремонт. Ну, слава богу, качественно, профессионально. И штаб, и клуб, все сделано. Штаб, клуб сделан, отремонтирован. Штаб тыла отремонтирован. В спортзале была замена окон также.